сентябрьских квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг жильцы дома номер 8 по улице Питкиранской с удивлением и испугом обнаружили новую строку «ХВС на нужды ГВС», «Холодное водоснабжение на нужды горячего». При этом никуда не делся квиток и из компании ТГК-1. По словам жильцов, их фактически заставляют дважды оплачивать одну и ту же коммунальную услугу. Так ли это? Когда мы получили вот эти квитанции, то, естественно, мы уже ужаснулись, что да, у нас появилась большая проблема. Новая строчка появилась в квитанции КРЦ, да, и суммы там, конечно, очень приличные. 700, 900, 1000, понимаете? Но мы уже оплачиваем. Мы по ТГК уже оплачиваем горячая вода. Почему мы сейчас должны вторично оплачивать? А КРЦ – это комплексно-расчетный центр, грубо говоря, это касса через петрозаводских них, коммунальных да, систем. Через них да. Вот это все проходит. То есть за горячую воду один раз заплатила 395 рублей, за вторую квитанцию я должна заплатить 438 еще. И все за одну и ту же услугу? Да. Да. Почему так они делают? Они должны написать объявление нам, за что вы должны заплатить. За все дважды, так мы что? Нам зубы на полку и все. Потому что закрытая система водоснабжения. Вот это чем объясняют они. Поясните. Потому что у нас стоит, поступает холодная вода, они греют и подают нам горячую. Вот стоит будка вот эта, где она подогревается. Правильно ли я понимаю, что существуют дома, как вы выразились, закрытого типа, закрытого контура, куда вода для нужд жильцов поступает изначально холодная, подогревается в этой вот будке, принадлежащие компании Петрозаводские коммунальные системы, уже горячая поступает к вам, и вот за эту услугу они параллельно с ТГК хотят получить деньги. С сентября месяца. Правильно вас понял? Правильно. Начиная с 1 июля 2016 года в квитанциях появилась новая строка «Услуга ХВС для ГВС». С чем это связано? В связи с тем, что применяется двухкомпонентный тариф, и для этого мы и выделили вот эту вот услугу в отдельную строчку. Вопрос в этом, почему, на каком основании, не предупредив, да. Ничего. Столько лет мы пользовались теми же благами, все было нормально. И с сентября месяца, вдруг как снег на голову, у нас покров, извините меня, платите, люди. Вопрос весь в том, что тариф на эти дома, на горячее водоснабжение, он так называемый двухкомпонентный. Одна компонента – это стоимость объема холодной воды, которая предоставляется на нужды горячего водоснабжения. И вторая компонента – это стоимость тепловой энергии, которая используется при нагреве этого объема холодной воды, и в результате получается услуга горячего водоснабжения. Это законом установленные правила, что такой тариф в домах с закрытой схемой должен применяться, двухкомпонентный. Вопрос лишь в том, что холодную воду у нас предоставляет одна ресурсоснабжающая организация, а тепловую энергию сегодня предоставляет другая ресурсоснабжающая организация. То есть ПКС и ТГК? Да. По ряду этих домов, насколько мне стало известно, просто произошел технический сбой. И 8 домов, которые там у нас попали под такую услугу, на сегодняшний день мы произвели им перерасчет. Перерасчет произведен, и абоненты по этому дому могут подойти в КРЦ, взять распечатку, и этой услуги, как отдельной строки, у них не будет. С этих пор вообще не будет? Вообще не будет. Я просто не могу понять причину технического сбоя. В чем он, собственно, заключается? Вы ошибочно выставили людям вместе с ТГК? Они же получили и там, и там. Да, ошибочно выставили вместе с ТГК. И дальше они от вас этой строчки больше не увидят в квитках в КРЦ? В КРЦ не увидят. Только в ТГК? Только в ТГК это будет. Услуга будет оплачиваться напрямую только в ТГК.